Доброго снежного вечерка, дамы и господа. Это Дава Дым, и после долгого отпуска просто все так лень делать, и из-за этой погоды в московской начинается депрессия. Но работать надо, обзоры снимать надо. И самый, наверное, последний человек, который снимает обзор на кальян «Душа» из Екатеринбурга, это я. Так вот, давайте разберемся, где мы сейчас вообще находимся и где мы это снимаем. Это кальянная, называется «Атмосфера Плейс», находится она по адресу Ленинградский проспект 12, в арт-резиденции. Так вот, на метро «Белорусская», соответственно, рядом «Белорусский вокзал». Очень прикольная, маленькая, уютная кальянная с удобной мебелью и с прикольным дизайном. По парку довольно-таки все круто, немного, но охуенные кальяны стоят, так что комфортное курение вам точно обеспечено. Также у ребят 9 числа будет официальное открытие, 9 февраля. Так что приходите, будет здорово, весело, и думаю, ребята постараются сделать все шикарно. Так вот, давайте теперь разберемся с кальяном «Душа» и маленькая история. Был парнишка по имени Максим с Екатеринбурга, жил он на Урале. И как-то устроился он дизайнером в одну очень популярную кальянную сеть. Все мы знаем, как только ты начинаешь к какой-то ветке кальянной культуры прикасаться, ты автоматически глубоко-глубоко затягиваешься в эту сферу. Макс проработал очень долгое время дизайнером в этой сети, втянулся в кальяны довольно-таки глубоко, по самые яйца, и ушел оттуда. Но из души у него кальянная культура не ушла. Поэтому он через какой-то промежуток времени выпускает свои кальяны под названием «Душа». Почему «Душа»? Потому что он ушел из кальянной культуры, а кальянная культура из него не ушла. Так вот, это кальян «Душа» из Екатеринбурга. Это уже мой второй выпуск про этот кальян, потому что эти два кальяна, они а-ля рестайлинг, все дела, короче, остальное, потому что производитель очень любит BMW, и, соответственно, слово «рестайлинг» сюда, наверное, подходит самым идеальным, просто идеальным вариантом, да? Я уже снимал первый выпуск про этот кальян, в нем было очень много маленьких косяков, было очень много недоработок, и сейчас уже второй выпуск. Первый выпуск ты можешь глянуть вот здесь. Так вот, давайте стартанем с вот этого кальяна, который у меня стоит здесь. Это фулл нержа, просто ебитесь все хуя, да, у меня готовая чистая нержа полностью из нержи. Ну, не совсем полностью, потому что комплект скудноват. Но правильно ли это? Ребят, вот давайте честно сейчас напишем в комментариях. Правильно ли продавать кальян без шланга, мундштука и резинок? Вот правильно или нет? Напишите в комментариях, да, типа, блядь, правильно продавать просто шахту. Или напишите, нет, блядь, полный комплект должен быть прям там, чтобы еще и прокладки для твоей девушки в ПМС положили. Так вот, что у нас есть? У нас есть вот такая вот черная коробка. Здесь есть душа. Я когда забирал это с пэка, мне чувак говорит, а что это, типа, бля, уже можно типа новую душу себе заказать? Я говорю, да. Так вот, открываем. Первым делом, что мы встречаем, это сразу полиэтиленовый такой лист. Он нам нахуй не нужен. И есть две такие бумажечки, то есть макулатура. То есть, как сказать, типа, ребят, смотрите, у меня охуевший просто кальян, и что я даже потратился на макулатуру, да, здесь сборка души. Все пройдет, а я останусь. Все, больше ничего нет. Все пройдет, а я останусь. Так как бы он сам соберется, да? Что у нас здесь есть? Здесь есть маленькая информация о двух моделях. Это дерево плюс нержа. И, собственно, все остальное. Больше ничего как бы интересного в этой книжке нет. Есть наклейки, довольно-таки прикольные наклеечки. Я их давно уже использовал, давно они у меня уже наклеены. Так вот, давайте разбираться, что у нас здесь есть в комплекте. В комплекте резинок нет, я поставил свою. Как бы, ну, не я поставил свою, а ребята из атмосферы мне дали, потому что я нарвался, что их нету. Цельнометаллическое основание с двумя дырками. Фригидные ли дырки или не фригидные, пока мисс, непонятно.
основание, то есть, да и вся нержа, которая здесь есть, она вот, блядь, не соврать, да, не спиздеть, но обработана она просто охуительно. Есть такой вот порт, в порту нет стружки, все продуто, я уже проверял, то есть промывал его, смотрел. Очень гладко, очень приятно, нет никаких зазубринок, нет об чем можно поцарапаться. Есть клапан, на нем такой древнерусский знак. Что у нас внутри клапана? У нас внутри клапана большая такая жемчужинка, очень легкая, без швов. Это очень круто. Так, сейчас мы закрутим. По резьбе все довольно-таки мягко, все гладко, хорошая резьба. Так, есть декоративная часть, вот такая. Есть декоративная часть, вот такая. Посередине, как хот-дог между мужчиной и мужчиной, есть женщина из полициталя с довольно-таки плотной, большой, растянутой дырочкой. И это все собирается примерно вот так вот. Вообще тренд нынешнего года, 2018 и середины 2017 года, это маленькие ебучие черные кальяны. И, конечно же, кальяны, которые сделаны из нержи или из другого подобного материала, где есть вот такая вот ебучая какая-нибудь хуйня. Маклауд здесь ни при чем, Маклауд другое. Маклауд вытворяет крутые вещи, да, вот здесь посередине. Но первым такую хуйнюшку сделал Хуб, потом Макс. А теперь делают абсолютно все, просто кому не лень. То есть два чувака задали крутой такой тренд на будущие кальяны. Есть погружная шахта. В первом моем обзоре, который ты можешь также посмотреть здесь, мне кальян пришел без коробки, завернутый в пакет. Я его сам привозил с Екатеринбурга, да. Была пуля, то есть диффузор был в виде пули, но эта пуля была как кама-пуля, блядь. Оно было без отверстия снизу, и поэтому табак в ней застревал, поэтому я Максу попросил отправить мне без этой ебаной пули, потому что она меня дико бесит. Идем к блюдцу. Блюдце здесь довольно-таки тоже охуенное такое, скажу я вам, цельнометаллическое, из нержи, блядь, не гнется. Но обработана она тоже пиздатая. Прям реально можно ей кошку гладить, и можно не бояться, что ты ее поцарапаешь. И под слоем еще одного поролона у нас есть такой вот коннектор под чашку, сделанный со стопорной шайбой, и это очень довольно-таки круто выглядит. Я искал в этом поролоне мундштук, либо шланг, и ничего не нашел, потому что он поставляется абсолютно без ничего. Давайте, собственно, его быстренько соберем, то есть всю декоративную часть мы уже собрали. Осталось только нам все это закрутить. Что касается резьбы, все довольно круто. Резьба длинная, не очень приятно постоянно вот так без остановки это крутить. Но закручивается все без шума, без скрипа, как положено. Потом мы накручиваем вот эту часть. И ставим наше блюдце сюда. Так, возьмем колбу. А колбы в комплекте тоже нет, это все ребята из атмосферы. И закручиваем нашу погружную шахту. Все диаметры кальяна, то есть диаметры погружной и декоративной шахты 12 мм. Я считаю, это самый охуительный диаметр, который вообще есть. Так, и самое главное, знаете, это когда твой хуй охуенно подогнан под влагалище твоей девочки. Это все вот так вот плавно, оп, четко залазит. Вот так вот выглядит, собственно, в полном сборе кальян душа, полностью из нержавеющей стали. Но у нас есть еще и другой кальян. Это деревянная модель, и она стоит 9000 рублей. А это стоит 13000 рублей в розницу. То есть разница почти в 4000 рублей, она значительная. Но какой купить, непонятно. Ведь оба курятся довольно-таки хорошо. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. В принципе, у нас здесь все то же самое. Такие же сборочки, как все это собирать. Блюдце такое же из нержи. Но основание здесь
из полицетали, ну, то есть из пластика, да, хорошего такого твердого пластика. А здесь, кроме резьбы на клапане, больше нет никаких резьб, да. Потому что Макс понял, что делать резьбу в пластике – это долбоебство, блядь. И кто делает резьбу в пластике, собственно, вы поняли, да? Идем дальше. Так, так, есть полностью цельная шкура. Что это как, типа, блядь, так что ли? А, все, понял. Да-да-да. То есть, давайте мы сразу ее будем собирать. Есть погружная шахта, тоже 12 миллиметров. Так, выглядит это вот так, вот мы собрали. Все, дальше никуда ничего не убегает. Это у нас средняя часть. Вот эту резиночку, скорее всего, нужно бросить сюда. Вставить нашу нижнюю декоративную часть. Вставить колечко из нержи. Так, далее бросаем вот эту часть. Получается, собственно, вот такой вот кальян. А потом мы хуячим еще... Ой, что-то их много, я вообще не могу понять. Походу, вот эту часть. Ай-яй-яй. Потом за нее закручиваем, походу, вот эту часть. Оп, все хорошо, скрутили. И бросаем блюдце. Вуаля, кальян собран. У меня еще осталась запасная прослойка. И, собственно, запасной... О-ринка, резинка, но куда она должна быть идти, я не знаю, походу... Ну, и хуй с ней. Собственно, здесь тоже нет ни шланга, ничего остального. Так. Резиночки тоже нет, поэтому резиночку мы заново также сюда оденем. Блять, надо было вначале это сделать. Сейчас это будет головняк. Так, так. Так, что я хочу теперь сказать. Оп. Выбирая между этими двумя моделями, кстати, они... А, нет, колбы вроде одинаковые. А высота разная. Выбирая между этими двумя моделями, я бы больше отдал предпочтение именно нержи, потому что она смотрится очень-очень пиздато. В отличие от дерева. Но есть фанаты дерева, которые просто, бля, дерево... Да? Всем фанатам кальянов РФ. Плюс здесь нержа, а здесь пластик. Бюджет элитка, блядь. Сейчас мы принесем наши чашечки и попробуем все это дерьмо раскурить. Так, собственно, мы вставили в них шланги, поставили чашки и готовы их, собственно, уже, наверное, взрывать. Еще очень прикольно, из-за узора на блюдце колпачки залазят просто прям и сели. Так вот, давайте, наверное, начнем с нашего стального из нержи. Взрываем. Учитывая, что нет диффузора, кальян не создает большой вибрации и, соответственно, большого шума. Так, колпачок можно уже снимать. Оп. Мы его взорвали, и давайте теперь придем к нашему деревянному, более бюджетной младшей модели. Так, снимаем. Как вы заметили, чашечки здесь мои, Dava Bowl. И... Давайте теперь говорить об изменениях, которые есть. Со старой моделью, в принципе, с младшей моделью больших изменений нет, но она стала более приятнее, меньше косяков. Все обработано прям охуительно. Из минусов выделю, конечно же, основание, что здесь основание подобие мамы, то есть в маму входит папа. Это не очень круто, и шланги все равно будут постоянно выпадать. Нужно прям четко подбирать резинку, коннектор, шланг, и это немного геморно.
Поэтому формат основания с коннектором под шланг «Мама» не для меня не очень практичен. И для кальянных тоже. Давайте, собственно, что касается этой модели. В принципе, все охуенно. Все нормально, но, блядь, резинки хотя бы нужно ложить. Потому что подогнать ту же резинку под колбу тоже очень сложно. Что касается резинок, что касается коннекторов, они, в принципе, нормальные, но мои чашки залазят на любой коннектор. Как твоя бывшая залазит на любой хуй. Собственно, вот так вот. Что касается самого курения. Курение довольно-таки хорошее, с такой средней тягой. Средней, плотной, чуть-чуть не до классической тяги. И очень-очень тихо. Так, посмотрим, что у нас с нержей. В принципе, то же самое. Да, дырочки у нас не фригидные, они справляются своей задачей и выдувают застоявшийся дым из колбы. Ненавижу мяту, блядь. Или что-то свежее здесь забито. Курятся довольно-таки хорошо, в принципе. Что еще про эти кальяны сказать? То, что, ну, реально они душевные, блядь. Полноценный хороший кальян. Что касается цены, то за дерево 9 тысяч вполне нормальная цена. За нержу 13 тысяч вполне нормальная цена. И люди, которые гонятся за нержей за 5 тысяч рублей, я не понимаю, куда, блядь, нержа 5 тысяч рублей. Там по-любому, блядь, не та нержа, не AIC-304, а какой-то дешевый китайский аналог, которая один хуй покроется какой-нибудь хуйней. Ну что, пора подвести какие-то итоги. Я думаю, вроде разобрались с этими кальянами. Косяков по минимуму, качество по максимуму. Кальяны «Душа» из Екатеринбурга. Мы снимаем все это в кальянной «Атмосфера Плейс». Чашечки у нас «Дава Боул». Как вы видите, на фольге они сидят. То есть фольга на них сидит просто охуенно. Так что это «Дава Дым». Забегайте 9 февраля на открытие «Атмосфера Плейс». Будет весело. Пока.